say no to bed. Say yes. It's time. Say no to bed. Say yes to med. Say no to obsession. Yes to imperfection. No to doubt. Take a dive. Yes to let it all out. Say no to never. Здравствуйте! В эфире телеканала «Этон ТВ» программа «Тема дня». Веду ее сегодня я, Александр Гурарье. Премьер-министр Израиля отправился в заморский вояж в Соединенные Штаты Америки. У него богатая, насыщенная программа, полезные и очень важные переговоры. Тем временем дома, в родном государстве, не все спокойно, а именно не все спокойно в его родном правительстве. То есть правительство на грани падения. И падение это происходит, если оно, конечно, произойдет, по инициативе религиозных партий, которые решили, сказать вдруг, наверное, это не совсем правильно, они к этому шли давно, вытащить на свет закон, который освобождает, законопроект, который в случае его принятия освободит учащихся ешивот, религиозных учебных заведений от службы в армии. Типа вот обучение в этих религиозных учебных заведениях, это само по себе является очень почетным и ответственным делом, и поэтому призывать таких ребят в армию – это просто кощунство. Почему это произошло именно сейчас и что планируют религиозные партии? На эту тему мы побеседуем с журналистом Александром Коганом. Саш, добрый день. Добрый день. Почему так вдруг? То есть думали же, что спокойненько примут бюджет, потом потихонечку начнут бодаться, и вдруг резко так раз перед самым принятием бюджета, а не принятие бюджета, это вызовет падение правительства. Кому это выгодно? На самом деле мы оказались своего рода заложниками разборок внутри партии Яадут ха-Тора. Эта партия состоит из двух частей. Да, есть у нас Агудат Исраэль, есть у нас Дегель ха-Тора. Одну возглавляет Лицман, одну возглавляет Гафни. Лицман, я поясню, Лицман является министром здравоохранения, а Гафни – председатель комиссии, финансовой комиссии Кнессета. Да. Дело в том, что в последнее время произошли некие изменения внутри ультраортодоксального сектора. В частности, те, кто были ближе, так называемое Иерусалимское направление, те, кто были ближе к Дегель ха-Тора, начали отдаляться от нее в сторону господина Лицмана. У Агудат Исраэль под контролем, или вернее наоборот, да, Совет мудрецов Торы контролирует Агудат Исраэль. И у нас получилась ситуация, при которой часть вот, Дегель ха-Тора под руководством Моше Гафни, она была готова подождать до момента прохождения бюджета, который очень, скажем так, очень-очень-очень много несет плюшек, скажем так, для ультраортодоксального сектора. А вместе с этим господин Лицман, который меньше отличился, по всей видимости, в боях за добычу за копеечку, ресурсов. За бюджет. За бюджет, за добычу ресурсов для своего сектора, он получил некое указание от Совета мудрецов Торы продвигать тему приравнивания вот этого законопроекта, который на самом деле должен приравнять службу в армии к учебе в ешивах. И по сути дела он создает у нас, как я вам предложил некое такое сравнение, знаете, закон о высшей касте, да, у нас есть каста людей, которые занимаются так сказать, духовным просвещением, да, и духовным обогащением народа Израилева, к их мнению надо будет прислушиваться, как мы знаем, уже практически по всем вопросам. Ну и, естественно, мы за это должны будем все платить. Господин Лицман, судя по тому, что сейчас по разговорам, которые ходят в кулуарах Кнессета, закрыл, условно говоря, тему того, что подобного рода законопроект будет поднят на голосование с господином Бенямином Нетаньяху. Закрыл, знаете, есть такой вот термин, да, в кулуарах, такие, значит, договоренности на салфетках, да, когда сидят два человека в кафешке, да, ну, не в кафе, а в буфете Кнессета, да, рисуют там вещи, детали, да, и на салфетке там записывают какие-то детали. Естественно, нету никаких документов, нету никаких официальных соглашений, но такого рода соглашение было заключено, например, при развале предыдущего правительства, когда это же такого же рода соглашение было заключено с ультраортодоксами, тем же Бенямином Нетаньяху.
В момент, когда стало известно об этой инициативе, для господина Гафнина стали достаточно тяжелые дни, потому что он надеялся, что бюджет, в который вот он добился, да, он пройдет, и потом уже можно поднимать спокойно тему призыва ультраортодоксов и валить на этой теме правительство, он, тем более до бюджета, он как раз совсем не собирался. Секундочку, давайте поставим все на свои места. То есть сейчас была целая серия довольно серьезных публикаций на протяжении последних нескольких месяцев. Публикации эти касались того, что наш премьер-министр, ну, некоторые говорят, под воздействием грозящих ему уголовных дел, а другие говорят просто по доброй воле, договорился с религиозными партиями и выделил им очень серьезные суммы на, в качестве дополнительных, так сказать, дотаций, всевозможных пособий, и грантов и так далее, и так далее. И, в общем-то, это все должно было найти подтверждение в новом бюджете, который они радостно ждали и должны были вот-вот принять и, так сказать, воспользоваться 12 или 15 марта, всеми, да, этими ништяками, которые им предусматривались в этом бюджете. И вдруг вот такая незадача, решили к этому еще привязать закон о службе в армии, на который целый ряд партнеров по коалиции, естественно, пойти не могут. Не то, что целый ряд, тут создалась очень интересная ситуация. Дело в том, что единственными на момент, как бы, публикации вот этой вот готовности о том провести этот законопроект коалиции, единственные, кто выступили против, не просто против, сказали, что вот как бы это предел, да, это была партия «Наш дом Израиль», которая была готова положить портфели, как говорится, да, не партбилеты, а портфели на стол и уйти из правительства. Причем портфели, один из этих портфелей весьма тяжелый, это портфель, да, министра обороны. Министра обороны, да, и портфель министра абсорбции. Да. После этого, когда внезапно в Ликуде поняли, что как бы выборы будут не по поводу того, что Нетаньягу преследует полиция, да, выборы будут могут состояться на теме призыва в армию, приравнивания службы в армии к учебе в ешивах, внезапно осознали, что ситуация на самом деле достаточно хреновая, да, скажем так, да, политологический термин. То есть очки соберут на этом, да, не они, а совсем другие люди. Естественно, естественно. И поэтому партия Ликуд внезапно стала застрельщиком борьбы с этим законопроектом, да, внезапно, если мы сегодня смотрим, да, у нас там Вайнет сегодня утром опубликовал подборку фотографий, да, у нас 4 фотографии, 2 представителя ультраортодоксального лагеря, и которых я называл Лицман и Гафни, и Бенямин Нетаньягу, и Моше Кахлон, который внезапно заявил, что вот вообще должны быть, вот, вот сейчас бюджет должен быть, вот сейчас он должен быть принят, ни в коем случае его нельзя оттаскивать на более долгий срок в связи с... То есть все стороны начали, как это любят говорить в израильской политике, карабкаться на дерево, да, чтобы посмотреть, кто скарабкается выше, да, и кому, так сказать, в обмен за это что-то достанется. На самом деле ситуация проигрышная, я бы сказал, по сути дела, для всех участников, за исключением двух. Да? С одной стороны, это у нас, естественно, Бенямин Нетаньягу, которого сегодня, который находится в пике популярности из-за дел, которые раскручиваются у нас в прессе, полицией и прокуратурой. Вторыми, если, естественно, публика запомнит, это станет та партия, которая выступила публично против, по идее должна стать победителем, да, та партия, которая выступила публично и первой заявила о том, что она выйдет из состава коалиции, если подобного рода закон о брахманах, как я его называю, будет принят. Возможно, что победителем станет и господин Лицман, потому что в ультраортодоксальном секторе он станет вот человеком, который пошел тоже на компромисс, у них все выглядит с их, так сказать, с их дерева все выглядит немножко по-другому, да, человек, который не пошел на компромисс и решил спасти учащихся еще вот от страшной участи службы в армии. Возможно, проиграет на этом партия ШАС, которая не так сильно, не так активно участвовала в подобного рода боях. Ну, с господином Гафни, так как мы говорим о блоке, да, то к ему достанется то, что достанется Лицману. Партия Кахлона не выиграет здесь ничего, потому что, опять-таки, человек начал реально шантажировать премьер-министра в ситуации, когда его уже шантажирует другая сторона. Кто еще может стать победителем? Вполне возможно, что победителем может стать Яир Лапид, однако на фоне последних событий, на фоне того, что он по непонятным причинам стал свидетелем в деле
где он, судя по всему, должен был быть не свидетелем, а как раз подозреваемым, я подозреваю, что может произойти как раз обратное, да, и вот этот вот скачок, который видят в партии Ешатид в опросах, может никак не отразиться на результатах выборов. А Либерман, как это повлияет на партию «Наш Дом Израиль»? Смотрите, по сути дела, на этом поле, на поле борьбы за права светских, да, на фоне всех предыдущих битв, которые у нас были, в частности, по поводу закона Дерри об открытии бизнесов в субботу и в различного рода неприятных делах плана, я не знаю, вот этого объявления о том, что у нас будут составлять в списке ненастоящих евреев и так далее, всех этих инициатив, вполне возможно, что партия «Наш Дом Израиль» действительно поднимется на этой волне, учитывая тот факт, что, по сути дела, это не она, так сказать, знаете, как пела старая песня «We didn't start the fire», это не мы первыми начали стрелять, да? Ликуд, по всей видимости, Ликуд, мы не говорим о Ликуде, мы говорим о партии Бенимина Нетаньяху, она, естественно, мы не знаем, кто все люди, которые будут в списке за ним, и, честно говоря, как показала нам вот эта каденция, да, абсолютно никто не в состоянии сегодня навскидку назвать всех депутатов Кнессета от партии Ликуд, потому что эти люди, вот просто какой-то список, да, каких-то там личностей, которые были набраны в процессе внутренних выборов. Саш, ну вот положить на месте Либермана, положить такой тяжелый портфель министра обороны, тем более, что вот он вроде как успешно исполняет обязанности министра обороны, правда, вот не было, так сказать, серьезной войны, чтобы попробовать его в деле, так сказать, понюхать пороха, но тем не менее отдать такой портфель и, так сказать, призрачная, так сказать, надежда, что он после следующих выборов он получит что-то подобное, будет ли он искать какой-то компромисс или у него нет шансов? Я не думаю, что... Тут, понимаете, тут ситуация, при которой... мы говорим про войну, да, мы говорим не про войну внешнюю, мы говорим про войну внутреннюю. Тут реально ситуация, при которой страна оказалась заложником внутренних разборок в небольшой партии, ультрарелигиозной партии, и в подобного рода ситуации каким-то образом идти на какие-либо компромиссы просто не имеет смысла, да, потому что как бы тут ситуация такая, что электорат физически, не то что электорат партии «Наш Дом Израиль», как поняли в Ликуде, электорат Ликуда не примет подобного рода соглашение, не примет подобного рода законопроект, приравнивающий службу в армии к учебе в Ешиве. Это просто не просто нелогично, это просто абсурд. Саш, прогноз. Значит, наш премьер-министр должен вернуться из Соединенных Штатов, у него будет вот буквально несколько дней для того, чтобы разрулить эту ситуацию до момента приема принятия бюджета. На ваш взгляд, есть ли у него сейчас шанс выступить таким спасителем народа, спасителем правительства, быстренько договориться с религиозными партиями, а договориться с ними мы всегда знаем, можно, достаточно дать там пару, тройку, четверку, пятерку миллионов, и все будет хорошо, а может быть и миллиарды. Да. Или больше. И они как бы радостно примут, они к этому вопросу вернутся потом, сначала получат деньги, а потом, значит, снова начнут ту же песню. То есть он просто оказывается, буквально прилетит с Соединенных Штатов и сразу окажется на белом верблюде. Дело в том, что он оказывается на белом верблюде при любом раскладе. Да? Ситуация такова, что ему физически не нужно ничего делать для того, чтобы его рейтинг рос. Да? Если сегодня правительство обваливается, да, и обваливается из-за ультраортодоксов, он не виноват. Он, наоборот, будет рисоваться... Хотел как лучше, да? Да, хотел как лучше, а получилось, так сказать, не из-за него. Да, не будем говорить как всегда, но как всегда, но не из-за него. Если же он приходит к какого-то рода соглашению, когда принимается бюджет, и когда ультраортодоксы как-то умеряют свои аппетиты и так далее, он опять на коне, потому что он решил эту проблему, которая была создана, так сказать, салфетным соглашением, соглашением на салфетке. То есть для него, на самом деле, для единственного в израильской политике сегодня расклад таков, что ему абсолютно, извините, все равно, да, или так, в конечном итоге он остается в выигрыше. Если же, смотрите, мы можем анализировать ситуации, которые еще не произошли, а вдруг внезапно возникает еще одно дело, и он скажет, что как бы мне уже надоело, да, я уже устал, да. В конечном итоге у него есть достаточно много возможностей просто не разрулить какой-то небольшой кризис, небольшую кризисную ситуацию в коалиции для того, чтобы все скатилось к внеочередным выборам. И на которых он, сегодня даже, если мы посмотрим вокруг, мы не видим сегодня ни одного оппонента, никого, кто мог бы с ним нормально соревноваться за этот пост, учитывая то, что делают его противники.
Поэтому я думаю, что я не считаю, что он будет стараться слишком сильно вот разрулить эту ситуацию. Я думаю, что на самом деле надежда должна быть на то, что если мы не хотим внеочередных выборов, на то, что ультраортодоксы поймут, что они, я не знаю, как это, используем, давайте, политологически еще один термин, что они попутали рамсы, да, и что нужно с этого дерева надо слезать. Ну и к тому же я бы хотел еще добавить, что, скорее всего, Бениамин Нетаньяху привезет из Соединенных Штатов, кроме жарких объятий и рукопожатий с президентом Трампом, какие-то там ковришки сладкие, которые он покажет всей публике и скажет, тут вы тут пока тут ерундой там занимались, бодались, между собой ругались, я вон вопрос решал. И смотрите, решил. Очень красиво, очень удачно. И у нас предстоит еще открытие американского посольства в Иерусалиме, да, которое тоже, естественно, будет... Ну, это будет на самом деле пиком, так сказать, если мы идем на всеобщие, на внеочередные всеобщие выборы, то это будет пиком кампании, предвыборной кампании Бениамина Нетаньяху. Так что он единственный, кто во всех этих раскладах может не беспокоиться. То есть мне жалко просто пиарщиков Нетаньяху, то есть им просто они останутся без работы. То есть он по-любому, при любом раскладе, он выходит в лидеры и абсолютно не прикладывая к этому никаких усилий. Его оппоненты. За него выполняют работу его оппоненты. Да, таких друзей не надо, достаточно таких врагов. Спасибо большое, журналист Александр Коган, спасибо. Всего доброго. Дорогие друзья, в ближайшее время вернется премьер и будет интересно. То, что не будет скучно, это точно. Это я вам обещаю. Всего доброго, до свидания.